Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале, приветствую вас в магазине Luxury House. Сегодня мы с Еленой и Ларисой будем, и Елена и Лариса меня переоденут. Действительно, то, что вы увидите, очень не похоже на мой стиль. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Я очень рада за Елену и Ларису, потому что они отправили несколько посылок в совершенно разные точки мира. Несколько посылок ушло в Америку. Мне это очень приятно. Елена и Лариса традиционно будут отвечать на ваши вопросы по размерам, по составу тканей, по стоимости и по возможности отправки. На мне платье. Очень необычный у платья рукав, очень красивый крой. Кто подписан на Instagram Luxury House, кто туда заглядывает, знает, почему справа от меня деревянный щит, знает, что произошло. И знает, почему сегодня вот такая необычная, такой необычный ракурс у нас. Кстати, произошло очень интересное событие. Во время съемки зашла другая инстаграм-блогер. Пока я не буду называть ни ее имени, ни страницу в инстаграме. Возможно, мы сделаем очень интересную коллаборацию. Но кто, опять же, понял, о ком я говорю, возможно, уже видел фотографии именно со съемки, которые были сделаны. Следующий ансамбль – это тюлевая юбка и такой же тюлевый топ. Тюль очень популярен в Италии. Тюль очень популярен именно в этом сезоне. Я часто его встречаю на витринах, часто встречаю в магазинах. Всегда обращаю ваше внимание, что итальянки очень любят именно тюлевые юбки и носят тюлевые юбки, как правило, именно зимой. Вот момент, когда я попозировала для фотографии. На самом деле, таких моментов сегодня было очень много. Сегодня мне предложили действительно одежду в совершенно разных стилях. Это касалось также обуви, это касалось также аксессуаров. Мне очень понравилось сегодняшнее переодевание. Кстати, Лариса и Елена сделали комплименты моей аудитории, потому что потом, общаясь с теми, кто был заинтересован в покупках и в пересылке, выяснилось, кем работают мои зрительницы, из каких они стран. Мне был очень приятен этот комплимент. Передаю привет всем своим прекрасным зрителям.
В любой примерке, в любой подборке есть образы, которые нравятся мне особенно. Это не всегда даже эстетика образа, это скорее крой, это скорее силуэт и цветовые сочетания. Очень многие знают, что я люблю контрастные образы, светлый верх, темный низ, либо наоборот. И могу сказать, что из сегодняшней подборки самый любимый образ это вот этот. Плюс я очень люблю юбки в бельевом стиле. Плюс я обожаю юбки в бельевом стиле с кружевом. Мне вообще отделка кружевом по подолу платья либо юбки очень нравится. Такие вещи классно смотрятся с кожаной курткой, такие вещи классно смотрятся со свитером, классно сочетаются с любой обувью, грубой обувью мы получаем один образ, как в данном случае обувь более женственная, элегантная, возможно, каблук мы получаем совершенно иную стилистику. Если я надену свои любимые круглоносые балетки, то тоже я буду выглядеть совершенно иначе. Вот подобные юбки и, скажем так, заправленный пышный верх – это то, что я особенно люблю в последнее время. Поэтому этот образ мой самый любимый на сегодня. Мне кажется, я снимала его дольше всего. Вообще, те образы, которые я снимаю дольше всего и показываю дольше всего, как правило, это и есть мои любимые образы. Потом на монтаже я замечаю, что их съемки я посвящаю больше всего времени. Думаю, что больше фотографий со съемок можно будет увидеть как раз-таки на этом инстаграме. На страничке самого магазина, конечно же. Когда-то на моем канале мы обсуждали комбинезоны, это было не так давно, это было летом. Я знаю, что очень многим нравятся комбинезоны, и очень сложно найти хороший комбинезон. Вообще комбинезон сложно встретить в продаже, а такой, который сядет хорошо, у которого будет крой, состав ткани, хороший найти еще сложнее. Вообще все вариации на тему юбка-брюки – это безусловный тренд. Мы видим их часто, мы встречаем их часто, хотя модницы пока еще в свои гардеробы, по крайней мере здесь в Италии, не внедрили. И если говорить про витрины магазинов, про ассортимент, то совершенно точно да. Это то, что сейчас в моде, в тренде, и кому нравится, как я люблю говорить, безусловно, самое подходящее время пополнить свой гардероб юбкой-брюками. Но, повторюсь, на улицах пока мы встречаем крайне-крайне мало модниц в такой одежде.
Очень мне понравилась сегодняшняя съемка. Хочу выразить свою признательность Елене и Ларисе за подобранные образы и ансамбли, за гостеприимство. Также большое спасибо за подарок, который они мне сделали. Это было очень неожиданно, и это было очень-очень приятно. Когда я зашла домой с пакетом, мой муж спросил, что ты себе купила. И когда он узнал, что я не купила, а мне подарили, он был очень удивлен. Ну что ж, впереди у нас очень много всего интересного. Классные образы, классная подборка снова из Luxury House. Но на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Желаю всем праздничного настроения, классно себя чувствовать, классно выглядеть. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.